Так, включи на камеру. Выполняю съемку. Сейчас придержи. Самое сильное – это открывающийся вид на Землю на 360 градусов. Чернота космоса над ней. Обзор не ограничен размером иллюминатора, земной шар, тонкая атмосфера. Это потрясающе. Выход в открытый космос – это очень трудная задача, но это того стоит. Конечно, вид вниз, когда ты, не касаясь ничего, летишь над планетой на огромной скорости. Впечатлений от ВКД очень много. В районе ГРУ на поручни 26-13-26-14. Время ВКД 6:47. Ребят, я поздравляю вас с первым выходом. Спасибо большое за работу.